Ну что, привет. Я смотрю, ты хорошо выглядишь, побрился. Ты к сегодняшнему мероприятию побрился? Вернее, Да. к нашему эфиру? Да, исключительно. А у тебя Всем это привет, самое, всем борода была? здравствуйте. Ну, так, пару дней не брился до этого. Иногда Понятно. делаю перерыв. А прическу где делал? Прическа домашняя. Она Ага. сформировалась от несколько недельного сидения дома. Сама по себе. Понятно, но не лежание. Нет. Ни в коем случае. Рассказывай, как твои Ну, как у дела? тебя дела? У меня нормально, спасибо, все хорошо. Каждый день вот выхожу, вижу периодически. Ты подключаешься. Да, Очень иногда я интересно. заглядываю. Да-да-да, это очень приятно, спасибо тебе большое. Ну вот все знают прекрасно тебя. Я напомню нашим подписчикам, зрителям. С нами вместе сейчас Сандро Хатиашвили, человек, легендарная личность, человек, который, ну, если официально, это член совета директоров компании eSimple, сооснователь и преподаватель школы eNotary. Это очень круто. Кстати, в каком году ты стал преподавать в eNotary? Ну, eNotary мы основали в 2000-м. Мы вот в январе как раз было 20 лет. Вот. А перед этим я преподавал в других существующих школах. Вот, собственно, там, где мы с тобой познакомились. Да, мы с тобой Школе познакомились в Ностальжи. Да, было это такое. было 98 или 99 год. 99-й. И ты тогда вел лекцию от компании Сувагра Импорт. Да, верно. Гигаль был присутствовал. Галина Ровна была, да, я очень хорошо помню. Да. Но я на всю жизнь запомнил, поэтому это очень круто. У тебя еще такой, я помню, был магазинчик там, да, где-то в продуктовом большом магазине был отдельный отдел. Ну да, я там сотрудничал с одним магазином, где был хороший винный отдел, там же на Чистопрудном бульваре. И это тоже был очень полезный опыт. То есть я днем работал менеджером по продажам, а вечером работал в закупках. Да, Обе но стороны прекрасны. на тот момент, конечно, что касается ассортимента Сувагра Импорт, это было очень круто. В то время даже Simple так не особо-то и был в ассортименте там нормально. Я Ну, помню, Simple был. Это была только Италия, строго. Да, да. Ну, Италия была очень хорошая у Simple уже тогда. Но Сувагра был, да, действительно такой более широкий, более всеобъемлющий, скажем так. Угу. Ну, после этого некоторые бренды интересные попали уже к нам. Simple Да, оттуда. да, я помню. Это было очень интересно. Тот же Гигаль, вот. Гигаль к нам присоединился буквально полгода назад. Гигаль полгода назад? Да. Не раньше, у меня ощущение было, что он давно уже у вас. У нас? Ну, в Simple, да. Нет, он... Ну, может быть, 7 месяцев назад. Лонч был в конце октября. Официально. Я понял. Ну что, дорогой мой, я могу от всей души, вернее, об этом, в принципе, знают все и с большим уважением к тебе все относятся с точки зрения того, что если бы, наверное, не твой вход в компанию Simple в качестве как члена совета директоров, наверное, в том виде, в каком сегодня есть компания Simple, может быть, она бы и была бы, но не совсем такая, как ее сделал тоже ты. Ты свою лепту внес очень серьезную. Испании, Франции и всем остальным. Скажи, что нет теперь. Ну, не скажу, что нет, но в любом случае скажу еще, что Simple очень сильная команда, и я думаю, что они все равно бы сделались лидерами. Но, может быть, это случилось чуть раньше. Чуть позже. Почему раньше? Чуть раньше. Да? Ну, со мной это случилось чуть раньше. А, с тобой случилось чуть раньше, да. А так бы могло чуть позже. Слушай, ну, по сути, вот ты занялся направлением Франция, Испания и все, что вокруг еще тоже дальше, правильно? То есть да. Это было основное. Ты, по сути дела, завел очень хорошую Бургундию, ты завел, ну, Бордо, понятно, это немножко другая история.
но Бургундию, долину Роны, опять-таки, да? Вот, Испания. Не просто, я тебе просто уточню, в чем была концепция. Мы тогда, вот в 2000 году, когда начали этим заниматься, в Симпле уже, мы тогда впервые в стране выстроили такую именно доменовскую концепцию. О которой только сейчас говорят уже потребители, тогда даже не говорили об этом профессионалы. То есть первую доменовскую концепцию выстроили мы и завезли первыми так массово французские домены, итальянские уже были к тому времени, потом испанские и так далее. То есть была сначала, прежде чем мы взяли потом впоследствии уже крупные серьезные марки, до этого у нас была концепция исключительно доменовская. Скажи, а вот за то время, ну, во-первых, понятно, что портфель очень сильно увеличился. Сколько сейчас наименований в компании Simple получается? Более 400 тысяч. 4 тысяч. Более 4 тысяч. Да. Да. А ты скажи, вот Франция, Италия, вернее, Франция и Испания от общего объема сколько занимают? Ну, вместе они занимают, наверное... В цифрах, я думаю, где-то порядка 30-35%. 30-35%. Италия по-прежнему остается лидером. И потом все остальное. Понятно. А мы Испанию уже... рассматриваем обычно, когда мы считаем Испанию, вот если брать именно с маркетинговой точки зрения, мы ее считаем вместе с так называемым Старым Светом. У нас она идет вкупе с Германией, с Австрией, с Венгрией. Вот так. То есть Европа это, прежде всего, да, Португалия еще. Европа это Франция, Италия отдельно. И потом все остальное еще. Третья группа это все остальное. А есть такие бренды, которые ты бы хотел завести, но по каким-то причинам не получается пока? Ну, наверное, какие-то культовые вещи, но мы над этим работаем. Что-то получается, что-то не получается. Идем так потихоньку. И, например, то, о чем мы мечтали, допустим, лет 15 назад еще, это осуществляется вот только сейчас. Вот, например, в прошлом году тот же Meo Camuse появился в портфеле Simple. До этого мы очень долго вели переговоры, в общем, и так далее. Сегодня, ну, кого бы еще хотелось бы? Ну, наверное, хотелось бы очень... Домен для Романе Конти, но оно уже есть. Вот. Ну, мы и так его, в принципе, возим с параллельного рынка довольно немало, но так, чтобы напрямую, мы не работаем. Ну и тогда там найдется, может быть, несколько еще культовых таких имен, но в основном на 90% то, с чем мы хотели работать, мы работаем. Скажи, Италия, Франция, Португалия, все отлично. Вот что-то экзотического еще думаешь привезти? Я не говорю про Грузию и все остальное, это не экзотика, это отдельная как бы тема. А вот что-то экзотического там, ну не знаю, какие-то лохматые вещи. Артур, ты не хуже меня знаешь, что Грузия это тоже экзотика. Все, что не вот этот вот джентльменский набор Цинандали, Мукузани, Сапирави, Кинзмараули, все остальное из редких сортов, там, с какими-то особыми подходами винификации и так далее, это тоже экзотика. Если вот взять их, сравнить по объему, то там будет 99 на 1% где-то вот, вот это все. Поэтому в этом смысле Грузия тоже экзотика. Армения экзотика. В каком-то смысле она вот только-только недавно, несколько лет как появилась, и мы тоже работаем над развитием этого портфеля. У нас тоже появится, допустим, доменовская Грузия, доменовская Армения. Вот. Ну а что-то еще более экзотического, не знаю, что назвать. Чтобы... Все, что может так или иначе пользоваться спросом, а мы ведем, естественно, такую исследовательскую работу, и здесь на рынке, и на мировом рынке смотрим, мы рано или поздно с этим начинаем работать. Вот пока в том виде, как есть ассортимент, он нас, в принципе, устраивает, требует там буквально такого, может быть, еще доведения, наведения лоска немножечко, но в целом, так, по большому счету, уже все большие сегменты закрыты.
Хорошо, тогда перейдем к вопросу по Грузии. Мне очень интересно твое мнение, потому что мы-то, в принципе, там многие моменты я знаю. Мы делать планируем, как я уже говорил, будет винный гид. Вот. Но мне бы хотелось очень твое мнение, как грузина. Армянин уже свое мнение сказал, теперь как грузин. Ты мне скажи, пожалуйста, как ты видишь процесс в Грузии, он быстро развивается в сторону современного виноделия, условно говоря, или все очень консервативно, как это, в принципе, было всегда традиционно, скажем так, для Грузии? Да, боюсь, еще не искоренены до конца вот эти вот вещи, связанные с советским прошлым. И они мешают действительно развиваться, мешают посмотреть на мир вина более такими зрелыми глазами. И посему мы не можем наблюдать какого-то, очень стремительного процесса развития в этом направлении. С другой стороны, вот эти вот консервативные аспекты, связанные с так называемым домашним виноделием, да, я его, допустим, так назову, он тоже своего рода идеологически немножечко тормозит переход к такому современному, осознанному, научному виноделию мировому. Вот. Я ни в коем случае не хочу сейчас давать никаких качественных оценок. Мы сейчас говорим о прогрессе, но все-таки в этой связи скажут, что все-таки прогресс тормозится этими проявлениями консерватизма. Да, я с тобой согласен. Это, в принципе, очевидно. И это, наверное, испокон веков идет, то, что Грузия считалась или считает, что каждый второй является виноделом, каждый второй может сделать нормальное вино, и, соответственно, переубедить достаточно сложно. Я помню, когда был на одной из передач, на телевидении на домашнем канале, мне там пришлось, ну не то, что пришлось, мне предложили показать, там, провести дегустацию, рассказать там и так далее. И, значит, после эфира мне поступает звонок от редактора, с вами, говорит, хотят связаться, грузин хочет связаться и рассказать вам, что вы, оказывается, не знаете вообще, что такое нормальное вино. Я говорю, давайте ему номер телефона, конечно, без проблем. Он звонит мне, здравствуйте, я вот такой, я послушал вашу передачу, понял, что вы, оказывается, в вине ничего не понимаете. Давайте сделаем следующим образом, я вам пришлю вино, вы попробуйте, и потом свои замечания скажете, мы созвонимся. В общем, я говорю, никаких проблем, не буду спорить там. Вот. В результате мне звонят, значит, говорят, приезжайте там к Белой даче, там стоит автобус, вас ждут, чтобы вы забрали вино. Я поехал туда, приезжаю, значит, говорит, ты кто? Я говорю, я Артур, вот там мне передавали вино. А, сейчас это тот, который в вине ничего не понимает. Пошел, вытаскивает и оттуда достает эту баклажку пластиковую, такую раздутую. Вот, и он ее открывает, говорит, чтобы не лопнуло, говорит, сейчас я ее раскручу. Он ее раскручивает, он, соответственно, уменьшивает. Там уксус пить невозможно. Этот мне звонит, говорит, я говорю, уксус, я, к сожалению, так пришло. Я же говорю, вы вине ничего не понимаете. Я говорю, хорошо. Такая консервативность присутствует. Это очень типичный, к сожалению, случай. И ты вот затронул действительно очень острую такую проблему. Проблема еще в том, что вот эти вновь появившиеся так называемые семейные мелкие хозяйства, среди них очень много непрофессионалов. Среди них очень много людей, которые просто увлечены этим, заражены, испытывают страсть. Неважно, как мы это назовем, но... К сожалению, только от одной страсти и увлечения серьезного ничего не создается. Все-таки вино — это, в первую очередь, наука. Вот. Мы, конечно же, пытаемся его представить как искусство. Но вино — это не искусство. Вино — это наука и ремесло. Вот. Но просто из-за того, что потребителям легко внушить, что это искусство,
Этому потребителю становится легко продать вина свыше там, 200, 300, 500, 1000, 10 тысяч евро за бутылку. Ты же помнишь этот замечательный фильм, о чем говорят мужчины, что этот самый гренок не может стоить 10 долларов, а крутон может стоить 10 долларов. Вот это вот из этой серии. Вот. И увлечения, к сожалению, одного недостаточно. Увлечение – это очень хорошо, любовь к своему делу – это очень здорово, но сегодня без фундаментальных знаний, причем не только в области виноделия, а во многих других еще сопутствующих науках, без этого каких-то химия, ботаника, биология, он сейчас даже астрономию и астрологию подключают к этому уже на протяжении последних там, лет 30-40. В общем, много разных наук надо знать, и одним только, одной только любовью и уверенностью в том, что ты делаешь самое лучшее вино на свете, ничего не получится. Абсолютно согласен. Я буду периодически прерываться для того, чтобы прочитать вопросы и пожелания. Ну, во-первых, вот очень приятно, что спасибо Симплу за доступ к архиву журналов. Кстати, я не понял, где этот доступ находится, на Зинью. Толя говорил, но я что-то не понял, как его полностью там скачать. Так, значит, что у нас там дальше? Он на сайте Simple One News. А, на сайте Simple One News. Я понял тебя. Я смотрю, с нами вместе Толя Корнеев, он периодически присылает сообщения, но очень интересно, как он одновременно ведет эфир. И, соответственно, он с нами, нас слушает. Толя, красавчик. Замечательно. Да, в Евро, так, однозначно Сандро олицетворяет наш портфель. Он лицо его. Толя, ну ты подтвердил, мы все это, в принципе, знали. Да, это очень приятно. У Симпла серьезная команда, скажу по примеру его. Да, ну, это понятно, но есть... Не один я, у нас очень, очень хорошая, слаженная, сильная команда. Слово «биодинамика» он объяснил варварским племенам первым креститель. Это Толя Корнеев написал. Илья Гостяев. Добрый вечер, Сандро. Как случилось пойти в винную торговлю? А вообще до вина чем ты занимался? Хороший такой вопрос, Илья. Я занимался строительством. Я думал, что я как честный советский, бывший советский гражданин, я должен работать... в строительстве, потому что я закончил строительный факультет. Но я только недавно узнал такую истину, что большинство советских вузов были созданы для того, чтобы человек понял, чем он не хочет заниматься всю свою оставшуюся жизнь. Вот я очень быстро понял, что я не хочу заниматься строительством всю оставшуюся жизнь, и меня судьба занесла сюда. И понятно. Я случайно попал в этот мир, и, в общем, я был просто ошеломлен, как вообще это все выглядит, и мне очень понравилось, и я остался. Угу. Вот так это случилось. И ты, по сути дела... В Москве, точно скажу, в июле 1997 года, то есть в этом году будет 23 года уже. А сегодня, на сегодняшний день, ты хоть что-то построил, исходя из твоего образования? Ну, мы занимались, на самом деле, я работал в крупной компании, которая строила новостройки там в ряде спальных районов Москвы. Ну, плюс ремонты помещений. Нет, такого с точки зрения достопримечательности какой-то я ничего не строил. Ясно. Почему на роуд-шоу или дегустацию вертикали Анжелюс приглашают людей, которые и так это все пробовали, а не новичков рынка? Вайн Петербург спрашивает. Ну, здесь нужно разобраться в конкретном кейсе. Как раз и на дегустацию Анжелюса, и на дегустацию всех остальных выдающихся вин, выдающихся винодельческих хозяйств. Мы приглашаем довольно широкую аудиторию. Мы приглашаем и профессионалов, и любителей, но тех, кто так или иначе либо является профессионалом, работающим с этими винами, либо их подобные вина, скажем так, на регулярной основе пьет.
Ну, это Сандро сказал как-то очень культурно, скажем так. Да? Я считаю, что надо просто знать хороших менеджеров и с ними договариваться для того, чтобы попасть на такую дегустацию. Вот. По-другому достаточно будет сложно. А еще опять, можно корней... съездить туда. Да, это съездить. Тоже хорошая Они тема. Они очень радушно принимают гостей из России, особенно если мы им шепнем, что это гости от нас, и их тоже очень хорошо встретят на месте, и это будет не менее интересно, а то и более интересно. Согласен. Толя Корнеев задает вопрос. Опрос обоим ведущим. Какое вино вкуснее, грузинское или армянское? Я думаю, что на этот вопрос сами наши зрители ответят в конце эфира. Да, вообще, на самом деле... Послушав нас с тобой, они сами ответят. Да, я напомню, что за лучший вопрос для Сандро Хатиашвили я вручу в подарок, отправлю винный гид «Российские вина». Мы ждем от вас вопросы. Ну, может быть, что-то интересное вы еще там скажете, такого, чего мы не знаем. Почему у Симпла слабый портфель по Пьемонту? Куценок спрашивает. Ну, это, наверное, да, но там дальше Толя ответил очень развернуто и, мне кажется, полно. И я думаю, что нам не стоит ввязываться в эту дискуссию. Да, смеетесь, есть что-то еще, чего нужно добавить Джакомо и Альдо Контерна, Бруно Джакоза. Да, все очень очень. Наверное, вопрос, почему у портфеля Симпла нет Гаи? А, ну, так же, как и нет Романе Конти. Да, да. Так. Вот я не думаю, что нам стоит дальше продолжать отвечать на этот вопрос, там все сказано уже. Да, Толя все прокомментирует. Когда ты, Толя, успеваешь, я не могу понять, ты в прямом эфире находишься. Кто за тебя пишет? Либо это не ты там, двойник твой. Рейтинг вина Simple является одним из центральных игроков на рынке российского вина. В этом году мы занимаем уже 6% всего российского премиального вина. Вы просто не очень знаете реальные картины рынка. Ну вот, раз уж такой вопрос пошел по поводу российского вина, скажи, а ты как относишься к российскому виноделию? Я очень хорошо отношусь к российскому виноделию и вообще к любому виноделию в мире, которое строится, ну, грамотно, по уму, с наукой и, ну, серьезным профессиональным бэкграундом. Вот. Мне нравятся все лучшие образцы российского виноделия. Единственное, что мне не нравится порой ценообразование. Угу. То есть ты считаешь, что вино должно стоить гораздо дешевле, чем оно стоит сейчас у многих производителей? Да, мне так кажется. То есть ты имеешь в виду соотношение цены и качества? О том, что сравнивая, опять же, когда мы сравниваем российские вина, непонятно, правда, зачем, сравниваем с винами европейскими, мы не учитываем в факторе цена того, что российские вина не проходят растаможку. И с них не платится пошлина. Вот. То есть это сравнение порой не очень корректно бывает. А с другой стороны, то, что ничего своего толком-то нет, это все приходится закупать? Ну, это объясняет какие-то отдельные вещи, но в любом случае здесь, ну, труд, так получается, что обходится дешевле, электроэнергия дешевле, топливо дешевле. Угу. Есть и в результате получает... Но с учетом того, какой объем... Я не буду по этому поводу спорить. На самом деле, как бы это отдельная тема для разговора. Это займет очень много времени, если все раскладывать. Да. Я хочу как раз... Вот у нас должен был быть эфир с Сергеем Дубовиком. Человек, который практически раскладывает любую бутылку и считает, что там стоимость бутылки, там, условно говоря, дороже 150 рублей быть не может. Как бы там не должно. Я имею в виду по себестоимости. Поэтому здесь у каждого как бы свое видение, кто на что, как говорится, учился. Артур Сандро, сохраните эфир, за рулем не могу посмотреть. Конечно, сохраним, мы уже знаем, как это делается, и обязательно сохраним. Добрый вечер, планируете ли Simple привезти вина Армении, спрашивает Карина. Да, планируем, и очень скоро, может быть, даже в этом году,
если все будет нормально, мы расширим свой ассортимент и в эту сторону тоже. А что тебе нравится из Армении? Ну, сейчас я бы не хотел бы... Да, хорошо, не будем брендах, говорить. Тогда ты мне скажи, проанонсируем. Да, да, я понял. Тогда ты мне скажи про Грузию. Вот что бы ты хотел привезти, но ты не можешь привезти по определенным причинам. Ну, с Грузией особый случай. Ты прекрасно знаешь, что появление на российском рынке определенных вин и определенных брендов, вернее, невозможность их появления связана с отсутствием необходимых разрешений и документов, которые выдаются российскими, значит, специальными службами. Вот. И что бы хотел бы видеть? Ну, наверное, видеть того, чего пока еще в таком вот объеме даже в Грузии не представлено. Ну, например, все говорят о кахетинском виноделии, что, в общем-то, совершенно естественно, поскольку Кахетия крупнейший винодельческий регион страны. Но мало говорится и просто даже мало чего можно попробовать, например, из Южной Грузии, из Центральной Грузии, той же Картли, из Западной Грузии. Это даже не то, что я бы хотел бы привести и не могу. Это просто я не могу, потому что этого мало или просто нет. Очень мало, вот, ну, например, я не знаю, много в Грузии вин, сделанных по-европейски из сорта крахун. Это западный сорт крахуна. Мне было дико интересно посмотреть, что из него получается, когда люди прикладывают к этому вот именно европейский опыт, европейские знания, выбирают правильно терруары для него. Вот это мне интересно очень. А не то, что там опять его сбродят в горшочке там с этим, с мезгой, и опять это будет тот же самый вкус того же самого янтарного вина, который мы уже миллион раз все пробовали и знаем. Слушай, а тебе не кажется, что достаточно много времени уже прошло, но, к сожалению, ситуация не меняется. В большинстве своем неудачи или неумение делать хорошее, обычное хорошее вино перекидывают на ситуацию, что это в большей степени, ну, как бы традиционный метод, особо никто не лезет, как бы, в эту историю, вино само собой должно получиться, и вот во всей этой истории, ну, да, говори. Нет, ну, ты говоришь сейчас об артизанальном виноделии, и оно должно существовать в каком-то объеме, как оно существует, как оно существует везде. Она есть в той же Франции, но она сейчас, вот, к сожалению, идеологически в Грузии стоит на первом плане. Вот не в той же Франции, в той же Италии, в той же Испании, она не стоит на первом плане. На первом плане стоят просто проверенные, сильные, серьезные профессиональные бренды. А вот это вот кустарное виноделие, оно как бы, ну да, есть в нише определенно. Другое дело, что сейчас определенная волна моды вокруг всего этого, но она стихнет рано или поздно, и в сухом остатке останется то, что, в общем, мы увлеклись чем-то опять не тем и потеряли время, вместо того, чтобы заниматься вовсю поиском правильных терруаров, приспосабливать к ним интересные сорта грузинские, и не то что отказаться, а немножечко отойти от этого стандартного набора там Кацетели, Сапирави, Цваны. Ведь в Грузии мы любим очень об этом говорить, что у нас есть 525 сортов зарегистрированных, но реально в индустрии мы видим пару десятков буквально. Пару-тройку десятков этих сортов. Это очень досадно. Вот мы как раз с коллегами в нашем собственном хозяйстве столкнулись с этой проблемой. Мы вот сейчас хотим высадить 8 новых сортов кахетинских, которых, ну, в природе некоторых осталось всего там 100-200 лос. И мы подсчитали для того, чтобы высадить со временем 1 гектар
хотя бы из какого-то конкретного вот этого редкого исчезнувшего сорта, нам потребуется 7 лет. Угу. Для репродукции. Ну да. Для репродукции, а потом еще смотреть, как это все будет. А потом еще надо только высадить, так сказать, первый раз его, а потом, значит, еще подождать там 5-7 лет, чтобы увидеть первое вино. Ну, в общем, это все связано с очень большим временем, отрезком времени, а мы сейчас, вот опять повторяю, теряем время на, ну, на мой взгляд, на вещи не столь существенные, не столь важные. Мы сейчас должны вот с копом все вместе разработать какую-то систему репродукции этих сортов, из которых, я уверен, ну, может быть, не все 520, но около там 50 сортов есть точно очень интересных. Я сам лично... А ты не считаешь, что это больше государственная программа, нежели частных инвесторов? Там, государственная программа, конечно же, спасти эти сорта и их представить, но дальше уже заниматься их, так сказать, распространением у себя на винограднике должны заниматься сами виноделы. Если они проявляют к этому интерес, что же, государство их насильно заставит, что ли, этим заниматься? Ну да, согласен. Слушай, а был же один момент, когда в 2006 году, когда эмбарго ввели против Грузии со стороны России. Была же история, когда очень много завозили международных сортов винограда. Я имею в виду Каберне, там Меро, там разные. Грузию? Начали... Да. В Грузию завозили, конечно же, но не очень много. Ты имеешь в виду сами саженцы? Сами саженцы высаживали, но потом пришло мнение о том, что все-таки лучше со своими сортами работать. И некоторые даже я думаю, что если завозили совсем немного, и то вот с целью это делали, знаете, кто это делали? Как раз вот те винодельские хозяйства, у кого были западные консультанты, которые предлагали не то чтобы построить на этом всю концепцию там винодельческого какого-то хозяйства, а просто попробовать их в виде, может быть, блендов каких-то с грузинскими сортами, потому что они могли бы помочь придать им какой-то интернациональный вид, если, допустим, винодел хотел идти в широкую дистрибуцию по всему миру, чтобы сделать это вино более понятным там, для мирового потребителя. Нет, в этом есть, конечно, какое-то зерно тоже разумное, но, опять же, повторяю, при наличии сотен и сотен собственных сортов, мне кажется, что концепцию на этом строить ни в коем случае нельзя, надо, наоборот, всячески продвигать, всячески популяризировать именно грузинскими сортами, грузинские сорта, а не замыкаться на вот Скацители, Сапирали, Мцваны, там и дальше по списку еще пяток сортов. Я понял. Задает вопрос Сандро. Вы читали винный гид Саркисяна? Саш, забери телефон, пожалуйста. Ну, что значит читать? Читают книги, а справочником пользуются в справочных целях. Да, в справочных целях я пользуюсь, конечно. Так, ответь, пожалуйста, там или перезвоните. Так, как это правильно? Так, какой белый грузинский сорт можно сравнить с Лускиатом в Армении? Ой, не знаю даже, а надо сравнить? Да, вот в том-то и дело, да. Оно нужно ли, зачем? Смысла никакого нет. Как раз я, собственно, и пытаюсь сейчас, вот последние минут 10, мы с тобой как раз обсуждаем тему того, что, ну, сейчас я тогда резюмирую ее, чтобы было понятно, понятен мой ответ на вопрос. Ведь сегодня потребитель, продвинутый потребитель, потребитель, который осознанно делает выбор, не тот, который просто там покупает знакомую этикетку с полки супермаркета, а тот, который ищет, который исследует, который изучает эту тему, он платит деньги не за качество. Угу. Качество уже, ну, к нашему стыду, я имею в виду всю территорию бывшего Советского Союза, качество уже вопрос, решенный в ведущих винодельских странах уже давно. Там качество – это маркетинговое решение. То есть, да, почему я делаю вино такого качества? Не потому, что я не могу лучше,
а потому, что я смогу это вино продать. Вот за такое качество, за такие деньги. Если смогу продать вино получше, я сделаю получше. Если будет такой бизнес-план спущен сверху, там, я имею в виду крупные хозяйства, опять же, когда мы говорим о недорогих винах. Так вот, в винах премиальных чаще, да, конечно, за бренд платят, за исторические бренды, такие как Романе Конти, там, Петрюс и так далее, за это деньги платят за историю, за статус. Но если брать вина более современных винодельских хозяйств, там деньги платятся за уникальность. Вино должно быть уникальным, вино должно быть самобытным. Мы уже в данном случае не говорим о качестве. Глупо говорить о качестве, когда там, ты держишь в руках бутылку, там, которая стоит свыше 25 евро. Там уже нет смысла говорить о качестве. И вот мне кажется, к этому мы должны стремиться в первую очередь, к самобытности, к чему-то тому, что будет уникальным и что нельзя будет воспроизвести где бы то ни было еще. Это очень хорошая тема, да, согласен. Сандро, а как коронавирус скажется на винном рынке? Ваше мнение, задают вопрос. Ну, как и на любом другом потребительском рынке, я здесь не могу давать никаких прогнозов ни в коем случае. Будет, естественно, ощутимо, будет сложности, но я думаю точно, что ничего не случится с рынком премиального вина. Ничего не случится? Ничего не случится. Рынок премиального вина, особенно тех хозяйств, которые производят его ограниченным тиражом, ничего не случится, они будут по-прежнему востребованы. Вот мы сейчас недавно по запросу одного нашего клиента обратились в одно винодельческое хозяйство, бургундское, очень элитное, я сейчас не буду даже говорить какое, которое захотелось закупить для себя лично там какую-то партию там в количестве 9-10 коробок для себя. Дорогого вина достаточно. И ему ответили, что нет вина. Вина нет, и в таком количестве в одни руки не предвидится. То есть из этого я делаю вывод, что с премиальным вином, как мы видели, опять же, кризис 2008 года, ничего не случилось. Наоборот, там дорогие вина стали дорожать еще больше. Потому что обычно в кризис богатеют еще больше богатые. Угу. И, соответственно, у них появляются еще больше средств на приобретение такого рода излишеств, скажем так. Согласен. Вот ударит сильно по винам бюджетным. Вот там будут проблемы. То есть ты думаешь, в принципе, там начнутся проблемы, и сейчас то, что буквально до кризиса продавалось по 500 рублей, это было нормально, сейчас оно будет стоить где-то 700-800, и люди на что будут переходить? Дело даже не в цене. Я сейчас и не только про Россию, я говорю про весь мир. Ну, просто если экономики стран всего мира не реорганизуются очень быстро после коронавируса, то я думаю, что будет страдать именно этот сегмент, в первую очередь. У людей не будет лишних денег заплатить за бутылку вина. Да, согласен. Так, Аветисян Гор задает вопрос. Хотелось бы спросить про рейтинг вин Wine Searcher. Насколько он адекватный, насколько он отражает реальный уровень вин? Ну, какими рейтингами пользуетесь, если речь идет не про СНГ? Ну, Wine Searcher меня, если честно, в качестве рейтинга вообще не интересует. Wine Searcher меня интересует только с целью понять стоимость вина на рынке. Она там адекватная, то есть мысль реальная это или не фантастическая? Там может быть реальная, может быть устаревшая цена, может оказаться, что в наличии этого вина уже нет, а оно заявлено по-прежнему, то есть я не знаю, с какой скоростью они это все обновляют. Просто в этом случае, если вас действительно что-то очень заинтересовало, я советую перейти по ссылке, заглянуть непосредственно в магазин или на интернет-сайт того дистрибьютора, кто как раз реализует данную позицию,
и уточнить просто его наличие. Там иногда просто бывает написано сноска внизу, что нет наличия, и все. Угу. Поэтому так. OneSearcher это ну, первый этап исследования только. Дальше уже идет более узкий, там по конкретной ссылке надо пройти. Поэтому я на OneSearcher рейтинги вообще не смотрю. Для рейтингов у меня есть совершенно иные ресурсы. Это всем хорошо известные и справочники, и значит, периодические издания, такие как Иван Спектр, Адвокат. Да. И угу. да. Ну, я сейчас ничего нового не расскажу, просто всех их много, и порой, ну, я знаю, что людям бывает лень заглянуть в несколько. Обычно там выбирают какой-то один и смотрят на него. А еще бывает еще хуже, когда просто тупо смотрят Вивина. Это вот, ну, совсем, мне кажется, неправильно. Неправильный подход, непрофессиональный подход. Это можно простить там дилетанту, но это нельзя ни в коем случае простить профессионалу, если только он не, скажем, не извлекает какой-то личной коммерческой выгоды от деятельности Вивина. Скажи, а вообще Вивина, твое отношение к нему с точки зрения там тех же сомелье, которые не очень хорошо высказываются об этом, во-первых, он мешает продавать вина в ресторанах, потому что люди заходят, открывают вина и смотрят цену. Соответственно, цена очень сильно разнится между тем, что в винной карте и то, что если где-то можно приобрести. Ну и второй момент – это рейтинг вин, которые там есть. Как ты считаешь, вообще стоит на это обращать внимание или это просто для любителей, это как инструмент лишний раз посмотреть, что там есть? Ну, я скажу так, я как профессионал отношусь к этому негативно, но я понимаю, что он очень здорово придуман для тех, кто не хочет париться, кто не хочет, так сказать, глубоко вникать в эти вещи, в нашу науку. Для них, вот, они все ищут один ресурс какой-то, где они могут получить максимальную информацию. Им не хочется лазить там по 10, по 15 сайтам. Они также там руководствуются одним ресурсом по винам, одним ресурсом по пиву, одним ресурсом по ресторанам. Кстати, это аналог Вивина TripAdvisor. Вот. Вивина абсолютно сделан по принципу TripAdvisor. И мне еще Вивина не нравится то, что, даже не то, что там цены разнятся. Это ну, просто люди должны отдавать себе отчет, что цена в оптовой компании и в ресторане не может быть одинаковой. Ну, никогда. Mm-hmm. На одно и то же вино. И даже не надо об этом грезить и мечтать, когда они уравняются. Такого не случится. По крайней мере у нас. Вот. Мне не нравится другое, что там могут писать все, кому не лень, что называется. Угу. Там любой человек, зарегистрировавшись на этом сайте, может писать свое мнение, которое влияет на общий рейтинг вина. Да, и это очень плохо. Потому что больше половины там пишут дилетанты, которые в этом ничего не понимают. И... Но там же есть мнение экспертов, там тоже есть такая графа. Да, там есть где-то графа, но там не всегда эти баллы приводятся верно. Там бывают ошибки. Угу. И все равно, ну, да. И все равно люди... Ты знаешь, как устроен человек, когда он что-то покупает, он смотрит на отзывы покупателей. Он читает отзывы покупателей. Мы так всегда поступаем. Хотим мы купить там вино, либо пылесос, либо там автомобиль, мы всегда смотрим. Да, любую вещь, да. Я помню, мы прилетели, приехали в Гонконг, и хотелось там, мы слышали, что такое ночные рынки, залезли в интернет посмотреть отзывы, там были такие восхищенные отзывы, люди просто рассказывали, что это невозможно, это нереально, это очень круто, там все самое лучшее. Но когда приехали туда, у меня было ощущение, что я попал непонятно вообще, даже, я не знаю, какая-то лавочка непонятная. То есть лавки с очень дешевым товаром. И вот для кого-то это казалось, это очень круто. Для кого-то, может быть, и вино, там условно говоря, там за 300 рублей покажется реально очень крутым. Вопрос не то, что оно плохое, а просто, ну, оно просто вино за 300 рублей. Поэтому здесь у каждого свое восприятие.
Сандро, скажи, пожалуйста, ты видишь реально же, да, с учетом того, сколько ты путешествуешь, ездишь, ты видишь реально, что и общаясь, соответственно, с производителями, видишь, какое количество людей говорят о климате, о изменении климата. И, соответственно, о глобальном потеплении и прочее. Вот твои мысли. Ты реально видишь, что ситуация меняется, и она будет, соответственно, меняться очень серьезно. И какие перспективы в том, что, может быть, в Подмосковье можно будет выращивать хорошие виноград? Надо быть слепым, чтобы не видеть эти изменения. И то, что мы увидим хороший виноград, ну, может быть, не мы, а наши дети или внуки увидят, может быть, в Подмосковье. Дело не в этом. Климат действительно меняется. Меняется действительно в сторону потепления, скорее. Вот. И виноделы, и ученые, селекционеры, которые работают над этими проблемами, они очень озабочены этим. Вплоть до того, что занимаются выведением каких-то более теплолюбивых сортов или клонов нам хорошо известных сортов, либо проводят эксперименты с новыми сортами, совершенно чуждыми для этих территорий, классических территорий. Например, сразу же приходит в голову этот случай, как недавно разрешили использовать в каком-то объеме в Бордо Туригу Националь. Это будет происходить. Это будет происходить, и мы увидим, возможно, в скором будущем, вот сейчас бурно развиваются очень виноделия Англии, мы скоро увидим какие-то новые регионы, новые вина. Сейчас пока они, может быть, с коммерческой точки зрения продаются локально в основном, но скоро мы увидим их в более широкой мировой винной индустрии. И мне кажется, что это нормально, потому что Земля так или иначе проходит эти циклы. Это не столько связано с деятельностью человека, как экологи любят об этом говорить, а мне кажется, что это связано просто с циклами нашей планеты. Ведь было там несколько десятков тысяч лет назад обледенение мировое. Тогда человек был первобытным, он никак не влиял на то, что происходило на Земле. Там не было никакой индустрии, ничего. Но климат, тем не менее, очень сильно глобально поменялся, и от этого вымерло огромное количество там, доисторических животных. Это случится, это неизбежно, это обязательно случится. Другое дело, там, это можно локально в каких-то местах, наверное, ускорить. Опять же, неправильным ведением хозяйства, неправильным ведением вообще жизнедеятельности человека, но локально, не в масштабе целой планеты. Это действительно влияет на экологию. Но о том, что мы сейчас должны думать, как перестраиваться, это факт, и нам надо думать об этом и делать что-то как можно быстрее. Но ты говоришь нам, с другой стороны, ты общаешься с производителями, они сами-то что говорят? Я сейчас плюс-минус рассказал то, о чем они говорят. Это, опять же, выведение каких-то новых клонов, использование новых сортов винограда, может быть, в таком виде. Или же сами практики виноградарства адаптировать, видоизменять. Вот. Например, если где-то использовали, допустим, этот самый прорежение листьев, сейчас мы видим, прорежение листьев используется все меньше и меньше, потому что, когда солнце печет, то оголять виноград особо не стоит в этих случаях. Вот. Плюс еще в некоторых регионах может случиться нехватка воды. Тогда я думаю, что что-то тоже придумают, прибегнут, например, опять к поливке, что ли. Что-то придумают, я уверен. Хорошо, дай бог. То, что вина изменится по характеру, это тоже факт. Слушай, на одном из, кстати, мероприятий на озере Кома, как раз там Жозе Буэмуш, генетик, он как раз выступал, его там чуть помидорами не закидали. А это вот вместе с Симплом как раз, Симпл организовывал поездку туда, я ездил. Это когда?
Ну, слушай, несколько лет назад, там, ну, Это лет на пять, наверное. Виладеста, ты говоришь? Да, на Виладеста. Так вот, рассказываю. В прошлом году на Виладесте, на том же симпозиуме, я присутствовал на нескольких семинарах, в том числе выступал, например, Пьер Мари Гийом, есть такой очень крупный, да, один из крупнейших во Франции питомников, саженцев, один из самых качественных и крупных питомников, выступал глава этого питомника, и он своими устами говорил о том, что они ведут очень серьезную работу именно в этом направлении. В поисках новых клонов, выведение новых клонов, новых сортов, адаптированных и так далее. Был большой семинар, в том числе на эту тему, ему задавали много вопросов тоже на эту тему. Ну да, но тогда он сказал о том, что к 2050 году в Европе виноградников не останется. Как бы, по его мнению, с ну, учетом может быть, того, это что сильно происходит. сказано. Это сильно сказано, может, не 50-м, может быть, они сместятся просто севернее. Вот что произойдет. Да, ну, мы получим другие вина. Мы уже сейчас получаем другие вина. А, правда, это не всегда связано с климатом. Но с климатом тоже. Вот если возьмем, ну, куда идти дальше, более классический регион придумать сложно. Бордо. Бордо даже 90-х очень отличается от Бордо сегодняшнего. Ну вот очень сильно отличается, на мой взгляд. А что тебе нравится? А что тебе больше нравится? То, что было или то, что есть? Конечно, то, что есть сейчас. Мне нравится то, что сегодня делают вина более профессионально. Раньше делали вина более, ну, скажем так, ну, не то, что более кустарно, попроще. Попроще. Не было той точности винификации, как сейчас. Еще даже в 90-е годы никому, ну, мало кому, скажем так, в голову пришло бы винифицировать в отдельных чанах отдельные участки. Раньше сваливали все в одну кучу. И, ну, что тут греха таить? Сортировочный стол. Такое явление, как сортировочный стол, появился в индустрии только там, в 70-е, 80-е годы, и то не у всех. Ну, правда, в маленьких хозяйствах эту сортировку осуществляли на винограднике, но, как выясняется, это недостаточно. То есть сегодняшнее вино, я вот, например, мое глубокое убеждение, никто в этом меня не сможет переубедить, что сегодняшнее вино на голову круче вин еще 2 десятилетий тому назад. А я не говорю уже о 70-х, 60-х, 50-х, когда толковое вино получалось только выдающийся год урожая. Ну да. В годы, когда были попроще, хорошего вина не получалось вообще. Даже в Бордо. Сандро, сегодня мы, каковы... сегодня мы такого понятия даже, как катастрофический год, уже не знаем. Вот за последние лет 20, наверное, в Бордо, кроме 2013 года, катастрофического года не было. И то... Для Бордо ты имеешь в виду? 91-й, да, 92-й, да. Тогда еще. Да, да. Но я говорю, 20 лет последних. Вот 2013-й был тоже, только. И то в 2013 году вырулили. Они просто там выкинули 80-90% урожая. Но все равно сделали крутые вины. Многие. Угу. И экономический фактор, который здесь вступает в силу еще с определенного момента, он сыграл решающую роль. Именно экономический фактор. То есть, если прицениться к винам даже 90-х годов, то это небо и земля по цене, чем сейчас. Стоимость того же согласен. Самого вина. Согласен. Сандро, каковы процентные доли науки, ремесла и маркетинга в бутылке успешной марки вина? Смотря какой. Смотря какой. Ну, успешные. Успешные, не, успешные марки могут быть ну, двояки. Две из группы успешных марок. Одна это успешная марка историческая, которая сложилась веками.
и которая вообще не требует никакого маркетинга. Маркетинга больше, ее история, ее прошлое, это и есть уже маркетинг, по большому счету. А есть другая группа, все более и более расширяющаяся, это группа, ну, скажем так, тех, кто недавно пришел в этот бизнес, и там уже действуют совсем другие каноны, совсем другие законы. Там все еще зависит от страны, где это все происходит, от случая. Вот, например, американские эти культовые производители Каберне раскручивались одним способом. Там крутые испанцы раскручивались другим способом. Новые французы, новые я имею в виду, те, кто появились там за последние 20-30 лет, третьим способом. То есть у каждого свои подходы, поэтому я вот так грубо разделяю их на исторические марки и на марки современности. В исторических марках маркетинга нет, там просто есть очень высокий спрос на них. И сам этот спрос определяет эту стоимость. Он не искусственный на самом деле. А вот с современными марками, очень многим, там часто очень включается какой-то искусственный ажиотаж, придумывается какая-то история. Вот опять же, хочется вернуться к американскому примеру. Они использовали метод очень интересный. Они продавали свои вина на благотворительных аукционах. А на благотворительном аукционе, когда продается бутылка вина, там народ уже платит не за стоимость вина, естественно, они платят за возможность поучаствовать в благотворительности. Но в бюллетене, который публикуется потом, впоследствии, в результате, там пишется, ага, это вино было продано там за 100 тысяч долларов за бутылку. И уже не важно, это был благотворительный аукцион или не благотворительный, это уже не важно. Все, за бутылку вина была заплачена такая сумма. И дальше уже народ готов психологически, у кого есть, естественно, заплатить такие деньги. Поэтому процент маркетинга по сравнению с качеством, он очень разнится от случая к случаю. Но, опять же, если попытаться ответить одним предложением на этот вопрос, я немножко с другой стороны его пытаюсь ответить, я все равно не верю вино, стоимость вина, что вино не должно стоить больше 50 евро за бутылку. Или долларов, там, условно говоря. Ну, не должно. Это все-таки бутылка вина. Очень интересный вопрос. По поводу качества постоянно возникает вопрос, что вина, купленные в стране, затем здесь, в России, сильно отличаются. И плюс то, что для России разливаются отдельные линейки, также не самые качественные. Вопрос о том, что почему вино в стране производства имеет один вкус, а в России другой. Да, и что специально для России делаются другие марки. В принципе, я... Да, ну два вопроса. Два вопроса в одном. То есть, вернее, во второй части вопроса попытка ответить на первую часть. Ну, есть, конечно, в самом дешевом, самом таком низшем сегменте отдельный разлив, и дело не в том, что что-то разливается для России, что-то разливается там для Штатов, что-то разливается еще для кого-то. Просто у крупных хозяйств, у больших винзаводов, у них есть такое маркетинговое преимущество, если можно так выразиться, они могут разливать много разных этикеток. Причем одно и то же вино они могут разлить под многими разными этикетками, там, для разных клиентов. Это нормально абсолютно. Или даже разное вино под одинаковые этикетки. Ну, в общем, скорее разные вина под разными этикетками или одно и то же вино под разными этикетками. Это обычный такой маркетинговый трюк, чтобы продавать там одно и то же вино в максимальном ассортименте, возможно. И это не какая-то история заговора, что кто-то там хочет отдельно отравить Россию, там, а для себя они разольют что-то такое попристойнее, получше. Нет, это не из этой серии. Это вторая как бы часть вопроса. Первая часть вопроса, почему вкус разнится. Ну, я начну издалека. Вино – это вообще продукт эмоциональный. И он очень сильно завязан с эмоциями момента.
Потому что в какой-то определенный момент вы пьете не просто вино, вы пьете целый комплекс каких-то эмоций, которые, ну, связаны. Это и внешние составляющие, и внутренние составляющие. Действует все на вас. И погода, и среда окружающая, и компания, в которой вы ее пьете. И вы даже можете с одной и той же бутылочкой провести, с одной и тем же вином, с несколькими бутылочками провести эксперимент. Уже в Москве попробуйте попить его в разные компании. Откройте его сначала в компании знатоков и откройте в компании там дилетантов. Удовольствие, полученное от нее, будет разным. Вот. Ну, с другой стороны, если уж совсем быть не предвзятыми, то, конечно, с транспортировкой вино меняется. Вино меняется с транспортировкой, вино меняется с хранением. Но я не думаю, что оно так значительно меняется, что там наш рядовой потребитель способен ухватить эту разницу. Вот я так скажу. Mm-hmm. Поэтому я больше вижу проблематику в этом и причину как раз в эмоциональной составляющей. Скажи, пожалуйста, а вот ну, я во всяком случае, ты абсолютно прав по поводу того, что транспортировка играет очень большую роль. Довольно часто такое происходит, что люди привозят вина и потом удивляются, что оказывается с ним что-то не то и непонятно, что произошло. Не, Артур, мы сейчас не рассматривали случай с просто плохой транспортировкой. Ну, мы говорим вообще в целом. Мы вообще про транспортировку говорим. Да. Вообще транспортировка меняет. А уж дурная транспортировка, так это вообще... Но мы же знаем все-таки случаи, когда специально для рынка под одним и тем же названием делают вино, выходит. Вот, например, Лазанская долина, которая в огромном количестве присутствует на территории России, очень много и настолько, ну, к сожалению, не очень хорошего качества. Когда ты приезжаешь в Грузию, такого вина там очень мало можно найти. Почему-то ощущение складывается, что в основном сюда все приходит. Ну, это вообще очень интересный вопрос. И ты, задавший его, даже удивится, какой он получит на него ответ. Возможно, возможно, а может быть и нет. Скажу вот, значит, начну издалека. Я первую половину своей жизни и родился, и провел в Грузии. И я знаю очень хорошо вообще... стиль потребления вина в Грузии, как оно употребляется там. И я вот, возможно, сейчас скажу парадоксальную вещь, даже для тех, кто там бывал, из тех зрителей наших. То, что в Грузии по-прежнему в массе, я говорю сейчас не про отдельных персонажей продвинутых, а я говорю про массу. В массе очень мало уважения к бутилированному вину. Вообще, в принципе. То есть бутилированное вино, которое простоит на полке в магазине, оно не пользуется популярностью. Оно не пользуется спросом по-прежнему. Ну, сейчас больше, чуть больше, чем раньше. Но оно, вернее, оно, его покупают, как бы покупают, но оно уважением не пользуется. Mm-hmm. Объясню почему. На протяжении десятилетий в советское время, ну, винзаводы настолько, ну, отвратительно выпускали продукцию, что у потребителя сложилось такое жесткое неприятие. Mm-hmm. И считалось вот в домах, я помню очень хорошо, там подростком, ребенком, уже там юношей, я помню, что было очень дурным тоном пригласить гостей домой и поставить на стол купленную в магазине бутылку вина. Это вот точно так же было, как вот, значит, пригласить гостей на день рождения и торт купить в магазине. Его, правда, там, ну, не, да, продавалось, но купить магазинный торт, Артур, ну ты мне не дашь соврать, ты знаешь, да, как, вот, как смотрели бы на эту хозяйку, которая угостила гостей тортом, купленным или пирожными в магазине. Да. Ну, да, это, да, все объяснялось тем, что там это все было отвратительного качества. Магазин. Я хочу возвращаясь к вопросу, подобные вина, почему в Грузии не пользуются популярностью, вот по этой же причине.
Ну, кто будет покупать Алазанскую долину, когда он может там, допустим, человек может купить нормальное вино разливное, или вот, которое сейчас уже разливного нельзя купить, это все сейчас стало строже. Сейчас покупают недорогое, ну, довольно приличное вино вот в таких пластмассовых 5-литровых бочонках, которые стоят там 3-4, 5 лари, ну, это в пересчете на рубли, это где-то 100 рублей, 100, 120 рублей за литр. Вот. И с удовольствием это все пьется. Никто, ну, мало кто в бутылках покупает. В бутылках покупают обычно в подарок, в бутылках покупают туристы, и в бутылках покупают для вывоза там из страны, опять же, с целью подарка. Я хочу напомнить, что мы с Сандро родились в одном городе, да, в Тбилиси, и мы тбилисцы в первую очередь, поэтому да. У нас немножко другая национальность тбилисцы, это очень интересно, ее можно считать национальностью, потому что в свое время в Тбилиси жило, и, по-моему, и сейчас достаточно много различных национальностей, но я помню, что это где-то было около 300 национальностей в Тбилиси проживало, и все разговаривали на всех языках, друг друга все понимали, поэтому у нас немножко другое видение изначально, и характер другой, в отличие от скажем, Грузии, которая находится вокруг Тбилиси. Так, Сандро, вопрос такой. Расскажи, пожалуйста, слушателям, почему, к примеру, в деревушке Пюлени и Монраше бутылка тихого с виноградника стоит 200 евро, а с соседнего виноградника в 15 метрах стоит 500 евро? Ну, это даже не в 15 метрах, может быть, в 3 метрах, может быть. Это если брать Монраше и Шевалье Монраше. Ну вот это вот, во-первых, та работа, которая проделана бургундцами на протяжении веков, где был до мельчайших подробностей исследован терруар. И во-вторых, вот современный рынок на это так отреагировал. На самом деле ведь не всегда они таких денег стоили. В 19 веке, например, когда сухие вины еще не умели толком делать, в том же соседнем Шассане-Монраше на 80% вины были красными. И вот производитель Монраше, внимание, производитель Монраше, был счастлив, если ему удавалось выменять две бутылки своего Монраше за одну бутылку красного Шассане. То есть 100 лет назад, ну не 100, наверное, 150 лет, это до Филоксера было еще, 150 лет назад рынок был совсем иной. Вот. Угу. Это реалии нашего сегодняшнего времени, сегодняшнего рынка. Вот, ну, она очень просто можно ответить. Вот такой спрос на него. И не то, чтобы здесь не нужно использовать ни в коем случае какие-то арифметические способы раскрыть секрет. То есть Монраше не лучше в 2,5 раза, чем Шевалье Монраше. Угу. Нет. Это не так. Нельзя руководствоваться с этими категориями. Просто это означает, что есть люди в мире в каком-то количестве, готовые заплатить за Шевалье Монраше 200 евро. Есть, значит, люди, готовые заплатить за Монраше 500. Но сейчас, на самом деле, на эти вина уже более высокие цены. Mm-hmm. Это я там историю 2-3-летней давности рассказываю. Очень интересный вопрос от того же нашего зрителя, Кирончик, наверное, так правильно. Кстати, претендент на книгу Сандро, все люди, мне очень нравится этот вопрос, Сандро, все люди, преданные вину, начинали свой путь со своей первой бутылки, которая их поразила, и они начали погоню, которая никогда не заканчивается. Какая бутылка была вашим началом? Ну, если говорить о выдающихся винах, я буквально там через полгода после того, как я начал заниматься этой профессией, попробовал Ришбур 1989 года от Домен де Романе Конти. И здесь в данном случае не ждите какого-то там классического восторженного отзыва. Я, наоборот, был обескуражен. Когда я его попробовал. Я был обескуражен своим неприятием
этого вина, потому что в моей, в моем сознании, ну, какое еще могло быть сознание, только полгода как начал заниматься этим, у меня никакого почти дегустационного опыта. В моем понимании, и это, кстати, во всем мы так в жизни, у нас случается фиаско, когда наши ожидания не совпадают с реальностями. В моем понимании, красное вино должно было быть другим. Угу. Оно должно было быть более мощным, более структурным, более тонинным, более глубоким по цвету, более густым, более высокоалкогольным. Вот так я понимал для себя хорошее, добротное красное вино. И, кстати, параллельно попробовав с этим вином почти, ну, сразу амароны, вот, вот это вот вино меня действительно тронуло за живое. И мне показалось, что это самое прекрасное вино на свете. Вот. А вино, которое я попробовал до этого, значит, Ришбур, он меня вызвал совершенно негативные впечатление. И я тогда понял, что я, наверное, чего-то не понимаю, потому что я читал до этого о нем столько восторженных отзывов от критиков, от продвинутых любителей, что я усомнился в том, что я правильно его воспринимаю. И я, ну, зарекся там, например, не вернуться к, допустим, к DRC какое-то время. Ну, например, я зарекся Романе Конти не пробовал 10 лет. И вот действительно прошло 10 лет, я попробовал впервые Романе Конти, тогда было довольно поздно. Вот. Я почему это сделал? Потому что я хотел, чтобы я подошел к нему подготовленным. А не так, что вот просто случился, выдался момент и попробовали заодно его. Нет. Я готовил себя к этому. И дело не только в Романе Конти, вообще к тому, чтобы воспринимать великие вина. И я поэтому всегда нашим студентам, которые к нам приходят только, ну, с самого начала, я им всегда говорю, не спешите пробовать великие вина. Вы успеете, они от вас никуда не денутся. Да, они дорожают, но появляются еще и другие великие вина. В общем, их вы все равно попробуйте, но не стремитесь это сделать сразу. Начните поэтапно. Вот действительно, я, поскольку я не учился ни в одной школе, мне никто об этом не сказал. И не предупредил. Поэтому у меня был такой первый негативный опыт. Понятно. Спасибо. Как вы относитесь к проекту Vin Yellow Tail в России для перетаскивания людей с пива на вино? Может он пойти? Ну, вообще, не знаю, стоит ли совершать насилие над людьми, перетаскивать откуда-то куда-то. Если им комфортно в пиве, пускай они живут в пиве, и ничего в этом плохого нет. Вообще, вот любые насильственные действия совершать не стоит, особенно прививая насильно что-то, какой-то вкус. Ну, если, ну, с Yellow Tail, может быть, это не тот случай, но я также вот в школе очень часто говорю эту фразу, вот когда вы воодушевлены чем-то, вот вы получили новые знания, и не старайтесь сразу же их распространять и заставлять, что все люди переходили именно на эти вина, а не на какие-то другие. Вообще ситуация с вином высококачественным сегодня такова, ну, я сейчас не беру, конечно, реалии 2020 года, текущие, но то, что вот было до пандемии, я наблюдаю такую ситуацию, как только какое-то вино становится популярным где-то, тут же растет цена. Угу. И я в этом смысле как раз вот призываю всех не заставлять никого пить какие-то конкретные вины, потому что от этого вины дорожают. И вы играете против самого себя. То есть, популяризируя что-то, вы себе же копаете яму. Вы просто проснетесь в один прекрасный день и не сможете купить свое любимое вино больше. Из-за того, что оно стоит таких денег. Поэтому действовать надо так. Спросят, ответите. А не спросят, не надо никого ни в чем переубеждать, заставлять. Все равно всего на всех не хватит. Угу. Да, согласен.
А на удивление, один из виноделов Yellow Tail сейчас работает в Грузии. Так, Грузия в Ну и моем слава богу. сердце. Пили ли вы вино в самих хозяйствах и как оно отличается от вина, которое транспортировалось? Паша, to times. Это не вопрос к Сандро. Но мы Сандро уже пьет все отвечали на время. этот вопрос. Нет, нет, это был другой, это другой. Вот. Ну, Сандро, вообще винные люди в большинстве своем, конечно, очень важный аспект пробовать вино в самом хозяйстве для того, чтобы понимать и общаться с виноделом, а там дальше уже как пойдет. Так, Анна Марина Чикишева задавала вопрос, и я не вижу, она у нас обижается. Так, какой вопрос? Так. Если Будете не ли вы затруднит, задавать? если не затруднит, ее может ли Марина повторить? Продублируйте, да, Марина. Продублируйте, пожалуйста. Мы с удовольствием Сандро, ответим. Сандро, скажи, пожалуйста, а из, ну, вернемся там к российскому виноделию. Как ты считаешь, наиболее перспективный регион в российском, ну, в России, какой? Это где ты считаешь, могут быть действительно очень крутые, классные вина? Можно сделать. Прям крутые? Ну, хорошие, качественные. Да я думаю, ну, а везде можно. если ты скажешь, что крутые, я буду очень рад. Да, да потому везде что... можно, везде все можно сделать, если позволяет климат, если позволяет там правильно выбранный ландшафт, почвы. Везде можно сделать что-то хорошее, качественное, добротное. И не Краснодарский край, не Крым, а не там Ростовская область этому не исключение. Везде можно сделать серьезные вина, нужно только чтобы это делалось профессионально, со знанием дела, а не после первого же урожая выбегать на улицу и кричать, какое крутое я вино сделал, давайте его сравним с французским. Угу. Это бред иногда. Это поэтапно, это не приходит быстро, это особенно когда начинаешь с нуля. То есть столько времени надо потратить на то, чтобы выбрать место, выбрать правильный сорт для этого, про что, чтобы он там прижился, чтобы он там спустя 5-7 лет дал первый серьезный урожай, чтобы его потом на профессионально отделанной винодельне со всей атрибутикой и приспособлениями сделать правильно, профессионально. Угу. Вот тогда что-то получится, и это можно сделать везде, абсолютно. Так, здравствуйте, Артур. Понравился ваш эфир с Янулой Кокимжановым. Хотелось бы узнать, пробовал ли Сандро вина из Казахстана и какое у него сложилось мнение. Ты вообще пробовал казахские Да, вина? Да, я пробовал один раз вино из Казахстана. И мне оно очень понравилось. Так, я а где ты попробовал? Я буквально в декабре месяце попробовал одно казахское вино, которое ее по случаю привезли. Оно, у меня где-то есть фотография этой этикетки, я сейчас не вспомню название. Если ты мне его назовешь, я скажу, ну там... Арба Вайн? Как? Арба Вайн, ну там да, один во-во-во, подпишет. Да, вот я его пробовал, да-да-да. Вот как раз я его и пробовал. Да, да, Арба я Вайн, он вино по сути где вот мне, там один. Мне, да, если он там один, тем более, мне оно очень понравилось. Такое добротное и по-европейски сделанное вино было. А, Сандро, и расскажите, вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста, доказательство, что где угодно можно сделать. Ну да, да, согласен. Сандро, расскажите, пожалуйста, почему шампанское считается праздничным напитком? Почему на Новый год или день рождения первый бокал не пива, не хереса, а именно шампанского? Я в этой связи сейчас, вот ты мне в вопросе звучало, что первый бокал на дне рождения или где-то, значит, я как-то был приглашен на день рождения, на юбилей одного моего знакомого клиента. Вот, и, значит, первый бокал на аперитив, там был действительно шампанское. Но если ты хотел вдруг попросить второй, тебе уже шампанское не наливали, наливали просекко. Да ты что? Почему? Да. Ну, потому что шампанского не было столько, и первый бокал должен был быть только шампанское, остальное любое другое игристое вино. Нет, ну почему шампанское ассоциируется с праздником? Ну, это давняя история. Я много раз ее рассказывал и в эфирах разных, и в статьях, и в школе.
Ну, на мой взгляд, эта история связана с одним историческим фактом, что Людовик Благочестивый, император империи франков, сын Карла Великого, был коронован в Реймсе. Это, правда, была историческая случайность, не специально был выбрано, не специально было выбрано это место. Но впоследствии большинство королей французских короновались в Реймсе. Соответственно, местное вино использовалось как вино коронации, и, соответственно, оно стало вином торжества официальным. И это произошло задолго до того, как шампанское стало игристым. Игристым, как мы знаем, оно стало на относительно постоянной основе уже в 17 веке, а до этого это было тихое вино. Понятно. Верьянов Александр задает вопрос. Добрый вечер. Что можете сказать о винах и крепких напитках Греции? Не думаете ли вы, что за этой страной большое будущее? Огромный потенциал. Я считаю, что если, опять же, греки, большинство из них возьмет правильное директивное направление развития своей отрасли, а многие уже следуют этому направлению, там может получиться все очень и очень интересно, потому что в Греции тоже куча уникальных терруаров, куча уникальных сортов, и я уверен, что есть еще многие сорта, которых мы не знаем, которые еще не используются в индустрии, так же, как и вот в Грузии я упоминал. И там может получиться все очень здорово, просто нужно время, усилия, знания, и все получится. Я уверен, что Греция будет после Франции, Италии, Испании, Германии, Австрии будет следующим таким очень, она будет мощной такой винной страной. Ну, может быть, не в количестве. Я с тобой согласен, мне очень нравится тоже. Сандро, добрый вечер. Вы всегда с юмором и несерьезностью относились к винам Биошмил. У вас поменялось мнение? Вы также говорите, что это временная вспышка. Это не провокационный вопрос. А это кто задает вопрос? А это задает вопрос Влад Клеванов. Наверное, тогда мы бы попросили Влада объяснить, что такое, что он подразумевает под Биошмил. И тогда мне будет проще ответить на этот вопрос, потому что био-вино это, в общем-то, одно, а вен натюр это совсем другое. А шмио это совсем другое. И шмио это третье. Ай, молодец! Да, ну это просто такой шуточный термин, придуман для всего, что, ну, скажем так, в кавычках является альтернативным, как бы, хотя био-вино это уже, ну, я бы сказал бы, это уже мейнстрим. Сейчас настолько большое количество хозяйств переходит на экологически чистые рельсы, что био-sustainable, там, это уже практически мейнстрим, и биодинамика уже практически мейнстрим. А вот что делать с натуралкой, пока не ясно. Их там, как с ними поступить. Вот французы решили опять, французы своей лояльностью опять всех удивили, и они приняли эту категорию официально в этом году. И даже прописали регламент по этому поводу. Ну, наверное, они так хотели просто упростить задачу потребителю, потому что потребителю тоже не всегда ясно, как какое вино натуральное, какое нет, сразу невооруженным взглядом это можно не понять. Вообще, почему эти вина стали популярны, сейчас мне пришла в голову мысль еще одна, это вина сомелье, потому что эти вина все требуют объяснения, без объяснения эти вина не идут. Они не продаются сами по себе, как Кьянти, как там, Гави, как Риоха, как Шабли. Это не тот случай. Они требуют объяснения и порой очень долгого, похожего на те байки, которые рассказывают нам вот эти вот
люди, продвигающие современное искусство. Когда они нам пытаются объяснить, сколько воздуха и сколько пространства в обрубке железобетона, который валяется там в музее на полу, вот это вот примерно из этой же сферы. Сандро, а скажи, пожалуйста, а у тебя были такие моменты, когда ты вроде бы знал, что слишком... Ну, ты уже вроде говорил, но как бы мне хотелось бы еще подтвердить, закрепить. А были такие моменты, когда ты знал о вине очень много, я имею в виду, что реклама его, там, маркетинг, правильная представленность, длительное время, как бы, ну, уже долгие годы они об этом вине говорят, хорошие оценки, а ты его пробуешь, и оно тебе не нравится. И ты не понимаешь, что могло людям вообще понравиться в этом вине. Да, конечно. То есть разочарование у тебя наступает? Равно как и наоборот. Равно как и наоборот. Что, ну, мало что говорят о нем, и вдруг там наступает какое-то просветление. Да, ну вот к таким винам я скорее отношу вот эти вот блокбастеры, так называемые, которые, к сожалению, тоже производят и во Франции тоже, и в классических регионах в том числе. Они получают какие-то там немыслимые по количеству баллы, а на вкус они просто неприятны, их пить неприятно. И таких вин, к сожалению, очень много. Вот. Я сейчас не буду называть из политкорректности конкретных брендов. Я думаю, что вы все прекрасно знаете, среди них даже есть крюпласы Бордо. Я с тобой согласен. Такое бывало часто, особенно когда ты открываешь бутылки там достаточно дорогих вин, иногда не понимаешь, зачем, почему они столько стоят, вообще откуда эта цена взялась. Ну, стоит, за ладно, что? Стоит нам вот как раз вот история как раз с натуралкой, этим можно доказывать, что потребителю может задурить голову там в два счета и заставить заплатить любые деньги за вино. Другое дело, баллы, откуда они получают, у солидных, у серьезных критиков высокие. Вот это вот больше всего огорчает и больше всего удивляет. Цена не удивляет, цена дело добровольное. А вот баллы здесь... все-таки... Сандро, здесь два вопроса про Чачу. Пьете ли вы Сандро Чачу? И второй вопрос, Сандро, добрый вечер. Почему нет хороших марок Чачи и когда, по-вашему, разрешат возить всем сюда? Нас с тобой спрашивают, ты будешь отвечать первым или я? Ну, я вообще-то по поводу тебя, тебе адрес. А, ну хорошо. Я прямо скажу, на первую часть вопроса отвечу. Значит, Чачу я не просто не люблю, я ненавижу. Пардон, конечно, не хотел ни в коем случае оскорбить чувства ни одного любителя этого напитка, потому что напиток древний, напиток уважаемый, и у него много поклонников, поэтому я просто высказываю свое личное отношение к нему. Дело в том, что я его слишком много выпил в студенчестве. Мы только его и пили. И настолько много просто его было, что сейчас один только запах вызывает у меня какое-то отторжение. Поэтому я его уже давно не пил и не пью, и, не, наверное, не буду пить. Ответ на вторую часть вопроса. Значит, ВОЗ Чачи сопряжен, я так понимаю, с какими-то формальными условностями, с формальным разрешением. И просто-напросто на это стоит стоп. На государственном уровне пока. И, по-моему, только один производитель только продает свою чачу в Российской Федерации. Как только этот запрет будет снят, я думаю, она польется рекой. За этим этого не нужно будет долго ждать. Слушай, вот у нас здесь наш зритель Марина Чекишева, она задает вопрос. Сначала не прочли, а потом Артур, мне ждать ответа или отключаться? Марин, мы же вам сказали, пришлите еще раз. Я не вижу вашего вопроса для того, чтобы на него ответить. Будьте добры, задайте его еще раз. Напишите, пожалуйста. Я вот все пролистал специально, потратил на это время.
но не увидел. Поэтому пришлите, мы ответим на тот вопрос, о котором идет речь. Здесь есть еще хороший вопрос, Сандро. Так. Сандро, какое самое впечатляющее белое вино вы пробовали? И из какого оно АОЦ Бургундии? Да, хитрый вопрос, конечно же. Но я, тем не менее, скажу, что у меня нет какой-то региональной привязанности. Все почему-то решили, что мои самые любимые вины – это бургундские, и к другим я вообще отношусь там чисто снисходительно. Это не так. Я люблю вина очень многих регионов и очень многих стран. Ну, может быть, регионов больше, чем стран, но у меня нет, повторяю, региональной привязанности. Другое дело, что, да, действительно, по количеству Бургундии делают, наверное, больше всего выдающихся белых, ну, по крайней мере, из французских регионов. И это тоже факт, с этим не стоит спорить. Но я повторю, что мне нравятся и бургундские белые, и луарские белые, и эльзасские, и немецкие, и австрийские, и бордовские, и ронские. Поэтому я одного какого-то вина назвать не могу. Но если брать бургундские и из последних каких-то вин, которые я пробовал, я не буду здесь совсем оригинальным и скажу, что это Монраше. Монраше, в частности, согласен. Вот 2004 года. Я с тобой согласен. Я тоже от него балдею просто. Очень круто. Ощущение, да. Что ты уходишь в нирвану, куда ты подопишь. Угу. Именно так. Наталья Ракитина задает вопрос, тоже обижается, что я на него не ответил. Ну, Наталья, смотрите, она пишет, а что вы скажете про вина Валерия Захарина, их стоимость 10 косарей за бутылку, и то, что лучшие российские виноградники сейчас выкуплены окружением Путина и имеют преференции. Наталья, ну, давайте вы мне этот вопрос, мне лично этот вопрос зададите, когда у меня будет свободный эфир, вот по понедельникам как. И я с большой радостью на него отвечу. У нас в гостях такой замечательный человек, который к российскому виноделию, ну, скажем, относится так на процентов 20 от того, даже меньше от того, что делает. Поэтому задавать вопрос Сандро по поводу Валерия Захарина и прочее, ну, задайте что-нибудь более такое. Я даже скажу честно, я не знаком с его вином. Вот это вот другой вопрос. Так, Марина, вы прислали свой вопрос или будете так и обижаться на нас? Так, Артур и Сандро, вопрос к вам. Кто круче, Кристаль или Дом Периньон? Ну, опять Степ идет. Да. Опять идет Степ. Сандро, на лекциях вы говорили нам, что никогда не пьянеете. Правда ли это? Это правда. Да, я пьянею, он не пьянеет, точно. Я не знаю, что он там делает. Ну, грузины вообще такие. Они могут выпить в 4 часа дня, сесть за стол, а на следующий день в 4 часа дня встать, и все будет нормально. Кстати, в Грузии же самое большое количество, больше всего производится именно белого вина, правильно? 70% белого, 30% красного совсем. Да. А в Армении наоборот. В этом отношении я как раз вот тоже очень... придерживаясь грузинскому типу, я в основном пью белые на процентов на 70, на 80, как потребитель. Притом отдавая, конечно же, должное и красным. Угу. Так, время летит очень быстро, мы все становимся старше, не факт, что нас ждет светлое будущее. Слишком пессимистично. А как вы думаете, какое оно будет, это будущее? Что бы вы хотели оставить после себя? Какое наследие? Ой, Зауре, вы, конечно, задали вопрос такой, что можно сидеть часами рассказывать. Что ты думаешь? Какое наследие? Все будет хорошо. Да, все будет хорошо. Да, скорее всего, это будет правильным ответом. Да, все будет хорошо. Мария Миловидова, мы тебя тоже очень любим. Жалко, что у тебя нет к нам вопросов.
Артур, когда мы увидим гид по винам Грузии? Ну, по всей видимости, либо на следующий год из-за коронавируса, либо уже однозначно к десятилетию российского винного гида он появится. Сначала гостевые страницы, а потом уже он появится. Усейн Мусаев, как обстоят дела в Бордо? Цены будут консолидироваться? И есть ли доступ из России к лондонской бирже вина? Можно ли инвестировать в вино физически, его не приобретая? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос, и мы уже очень много лет об этом говорим, что это можно сделать. И, ну, люди, которые уже просекли, что это можно, они уже этим пользуются вовсю. И действительно, можно так технично инвестировать в вино, что его даже можно не видеть и не трогать руками. То есть оно где-то там лежит у себя на складе, и вы просто, ну, им пользуетесь как ценными бумагами. Если хотите, оставляете на какое-то время, если хотите, его продаете с прибылью, дальше закупаете и так далее. То есть, да, такие возможности есть, и это очень здорово. Не советую ввести их в Россию по двум причинам. Во-первых, как только оно пересечет границу, нужно заплатить пошлину, и ваша прибыль, которую вы, на которую рассчитывали, она тут же сжигается. И во-вторых, напомню, что на территории Российской Федерации нельзя не сертифицированным, не имеющим лицензию юрлицам торговать алкоголем. Вот и все. Слушай, Сандро, скажи, пожалуйста, такую вещь. Ну, мы все прекрасно знаем, вот до того момента, пока были закрыты границы, что многие вина возили в чемоданах, что касается дорогих, я не говорю так попроще, да? Да. Я говорю про дорогие вина, да, действительно, да, да. Это очень невыгодно, и, к сожалению, не всегда, ну, бывали такие моменты, я знаю, что ребята, которые привозили, нарывались на подделки, опять-таки, и, ну, как бы были очень неприятные моменты. У меня к тебе вопрос. А для того, чтобы эту ситуацию легализовать, и чтобы как можно больше появилось бы российского, вернее, российского, видишь, как качественного, дорогого, гран-крюжного вина на территории России, как ты считаешь, какие меры были бы правильные? Потому что я вот часто задумываюсь, платить сразу, еще не выходя, как говорится, там, только ты прилетел, ты привез вино, ты его растаможил, заплатил там 40 с лишним процентов, это уже сумасшедшие деньги. Плюс еще нужно какую-то на этом заработать что-то. Поэтому вопрос, а как бы ты сделал? Может быть, было бы вернее, как это, допустим, в Штатах происходит, за каждую бутылку всего платится пошлина $2, и невыгодно привозить дешевые вина, как говорится. Нет, ну в Штатах, по-моему, $2 только акциз, а акциз, пошлины, да. А пошлины там будь здоров какие. Ну, не настолько для того, чтобы не, нельзя там, было. Там достаточно высокие пошлины, просто там, поскольку рынок очень большой, огромный рынок, самый большой, наверное, рынок вина в мире, там просто очень маленькие наценки у импортеров. Маржа, маржинальность очень низкая и у импортеров, и у дистрибуторов. Очень низкая маржинальность, за счет этого у них получается по цене вина лучше, чем в России. В России рынок премиального вина очень маленький. Соответственно, импортеры наценивают много, и чтобы, ну, хоть как-то там получить выгоду с проданных там минимальном количестве бутылок. Вот. Ну, наверное, чтобы цены в России были лучше, во-первых, наверное, надо сделать так, чтобы рынок был широким, большим максимально, а это зависит, к сожалению, не от нас, не от импортеров, не от сомелье, не от дистрибуторов, а это зависит от, в первую очередь, от экономического состояния граждан. Ну, а чтобы пошлин не было, ну, наверное, тогда выскажу крамольную мысль, надо войти, наверное, в Евросоюз для этого. Ну да. Нет, ну, так или иначе не получается у нас пока это. Это, к сожалению, из области фантастики. Вот, может быть, как-то упроститься со временем возможность импорта вина, вот, например, по всей территории Европы
частное лицо может себе заказывать вино домой. Ты думаешь, даже, такое возможно? Даже если ну, страна не входит в Евросоюз, по-моему, можно это делать. Вот. Ну, если вот такое вот случится, вот как мы заказываем, например, книги, как мы заказываем одежду, вот если вот так вот можно было бы на дом себе заказывать вино, я думаю, что это как-то, ну, сделало бы более гуманным цену на него, и появился какой-то бы выбор. Но я думаю, что это пока сложно. Сандро, здесь Елена Ульрич, по-моему, такая. Добрый вечер, рада видеть любимого преподавателя, любимой Нотри. Вместо вопроса, просьба, выходите в эфир почаще. Видишь? Задает вопрос, Чичваркин ваш друг или конкурент? Как он может быть конкурентом? Он никакой нам не конкурент, но он и нам не друг, но мы с ним так не дружим, близко общаемся, конечно, но не друзья закадычные. Самое главное, что мы коллеги, самое главное, что мы занимаемся одним общим делом, и нам всегда есть чем поделиться друг с другом в плане опыта. Угу. Так, Сандро, с каких шагов начинать собирать свою частную коллекцию вина? Так, на надо что обратить внимание? Сумму денег для начала. На что обратить внимание? Старый, новый свет, дорогой или не очень? По поводу коллекции. Ну, опять же, здесь много очень факторов. Во-первых, зачем вам нужна коллекция? С точки зрения инвестиций в вино, это одно. С точки зрения просто для себя лично напопить, как говорится, это другое. Вот. И собирать, наверное, надо так по мере того, как вы идете по этому пути. С какими сталкиваетесь винами, какой регион хочется изучить поближе, получше, какой вам наиболее интересен. И вот выбрали регион и постарайтесь его расширить, максимально его представленность, чтобы была возможность попробовать не по одной бутылке всего, а купить, допустим, там от 6 бутылок каждого наименования или более. И пытаться не только пробовать его один раз, а из года в год. Вот. Я думаю, что надо все равно под себя, под свой вкус, хотя можно руководствоваться, безусловно, и рекомендациями ведущих специалистов, но все равно у каждого человека свои пристрастия, свой какой-то любимый регион, 2-3, может быть, и нужно, мне кажется, сосредоточиться на них. Не нужно пытаться все объять. Влад Кливанов задает вопрос. Скажите, пожалуйста, как сильно пострадало виноделие сейчас в Италии? Большие там будут потери и какие последствия? Почему вы считаете, что там пострадало? Я не могу понять. А ты что думаешь? Пострадало оно? Да нет, оно, ну, что значит пострадало? Пострадало, наверное, с экономической точки зрения. Потому что, допустим, не имея возможности порой там сбывать продукцию так же широко, как и раньше, они столкнулись с экономическими проблемами. С одной стороны, продаж нет, а нужно содержать персонал, нужно продолжать производить вино. Как сейчас, и во всем. Да, как и во всем. И вот. На самом деле пострадали в основном, как выясняется, те, кто ориентировался в своих продажах на Хорику. Ну, да. Хорика закрылась везде. Сразу и показала сразу же операционный ноль. Вот. Угу. А те, кто диверсифицировал свой портфель и, соответственно, канал сбыта, те как раз от этой ситуации даже выиграли в чем-то. Потому что в рознице сейчас идет дикий бум просто в мире. Мировой рознице в крупных брендах супермаркетов идет какая-то, ну, фантастическая торговля. Выстреливают там целыми партиями какие-то вина. И сейчас вот те, кто много продавал всегда в розницу, злорадствуют и говорят, что вот ребятам, которые ориентировались на Хорику, надо было быть как-то разумнее
выборах. Слушай, а тут прошло, тут я просто подумал по поводу того, что, представляешь, вот ведь большая часть вин, которые продавались в ресторанах, люди же о них знали, соответственно, кто-то приходил, покупал в ресторане, пил там с определенными наценками и так далее. И тут и стала возможность приобретать напрямую в компаниях, опять-таки через розничные магазины, плюс сети, приобретать те или иные вина, которые они раньше пили в ресторане. Не да. получится ли так, что продажи в ресторанах по тем ценам, которые были, уже их не будет однозначно? И ситуация поменяется с точки зрения того, что люди все-таки будут искать что-то новое, интересное, а не просто какое-то обычное, непонятное. Смотри, какая интересная ситуация. Ну, я сейчас, опять же, говорю не только про Россию, я говорю про весь мир. Mm-hmm. Люди, которые приходят в ресторан и в ресторане пьют вино, ну, я имею в виду средние рестораны и выше, да, где mm-hmm. пьется реальная премиалка. Угу. Это другой тип потребителя. Этот потребитель обычно имеет, ну, европейцы обычно, они имеют дома свой запас. У кого-то даже там погреба, коллекции, но они все равно приходят и пьют вино в ресторане. Да, это безвыходная угу. ситуация. Ты должен прийти в ресторан и заказать бутылку вина, неважно, что у тебя есть или нет оно дома. Соответственно, эти люди в нынешних условиях не торопятся идти в магазин, или же заказывать вино онлайн, потому что у них есть сток. Они mm-hmm. пьют сейчас этот свой сток с наслаждением. А та публика, которая раньше покупала вино в супермаркетах, это та публика, которая не держит стоков дома. То есть они по-прежнему mm-hmm. продолжают идти покупать вино в супермаркетах. Потому что они покупали всегда одну-две бутылки к ужину, выпивали, потом опять шли и покупали одну-две бутылки и так далее. У них дома... Ну, может быть, там бутылок 5-6 лежит, и все. Они никогда не делали запасы. То есть это вот два самых разных типа потребителя. И поэтому вот те производители, которые потеряли свой рынок сбыта в хорике, они тут же сразу не могут найти альтернативных форм дистрибуции. А mm-hmm. те, которые всегда продавали в розницу, они так и продолжают успешно торговать, или, может быть, даже еще успешнее, потому что, ну, купировалось какое-то количество потребителей, переброшено на них какое-то количество потребителей. Слушай, ну, я думаю, что у нас идет к завершению. Я еще один вопрос зачту, а потом кое-что скажу. Значит, Юлия Шульженко написала: «Добрый вечер. Вчера прочла статью Simple Wine News о том, что вся нынешняя ситуация повлияет на виноделие, качество, цену, объемы и так далее. Как вы считаете, повлечет ли это всплеск подделок на российском рынке?» Очень актуальный вопрос, на самом деле. Подделок на что? Ну, я так понимаю, что на дорогие вина, имеется в виду то, что, наверное, Гран-Крю, то, что есть, ну, продается. Подделки ведь какая история? По-моему, подделки к нам завозились тоже извне. Подделки на Гран-Крю не фабриковались, по-моему, на территории Российской Федерации никогда, насколько мне неизвестно. Это, опять же, завезено извне. Нет, ну, сейчас трудно о чем-либо говорить. Все будет зависеть от того, когда мы выйдем из этого кризиса, когда вот начнется, ну, нормальная жизнь, когда она будет приходить к нормальной жизни. Может случиться быстро, может быть, не очень быстро. И многое от этого еще будет зависеть, к какому состоянию экономическому мы откроемся. Mm-hmm. Может быть, это вообще пройдет все, ну, до конца года все восстановится. Может быть. А может быть и нет. Я не экономист, мне сложно такие прогнозы давать. А вино напрямую зависит от экономической ситуации. Сандро, с тобой можно разговаривать часами, можно разговаривать взаимно, сутками. С тобой тоже. Вот. Спасибо большое. Мне очень приятно, что ты согласился появиться в эфире. Я уверен, что это было тебе тоже интересно. Какие-то вопросы, посмотрим, да, что люди говорят. Интересно. Вот. И нашим зрителям. И приятно увидеться с многими.
Да, абсолютно верно. Нашим зрителям тоже, поэтому огромное тебе спасибо. Я напоминаю, это был замечательный человек, гуру виноделия, вообще, что касается виноделия мира, Сандро Хатиашвили, человек грузин, человек тбилисец, так же, как и я. И у нас очень хорошее общение происходит. Поэтому я тебе, Сандро, желаю очень много открытий в твоей жизни. Я не знаю, что еще может быть в мире вина, чтобы ты чего-то не знал, но то, чего ты не знаешь, чтобы Мы обязательно у тебя. постоянно учимся, постоянно. Каждый новый урожай – это открытие. Для меня было бы очень странно, если бы ты сказал, что я все знаю, потому что так не бывает, профессионал никогда так не говорит. Поэтому огромное тебе спасибо, Спасибо, удачи Артур, и спасибо огромное тебе. всем нашим подписчикам огромное спасибо. Удачи тебе На в связи. эфирах. Спасибо. Спасибо, Счастливо. спасибо. До Резервуар. свидания. Резервуар.